Как подобрать цвет волос? Как выглядеть моложе и красивее без пластики? Можно ли, узнав свой цветотип, действительно стать лучшей версией себя? Об этом в этом видео. Поехали! Прежде чем мы с вами разберемся с понятием цветотипа и узнаем, существуют они или нет, просто посмотрите на этих девушек и скажите, где они красивее, в каком оттенке волос им лучше, где Риз Уизерспун выглядит моложе и красивее. Конечно же, в блонде, ведь она там выглядит свежее, красивее и даже моложе. Если вы скажете, блонд молодит всех, предлагаю оценить внешность Энн Хатэуэй. А в каком оттенке волос она выглядит красивее и интереснее? Здесь, наоборот, в темном оттенке она выглядит более выигрышно, более ярко и эффектно. Светлый цвет ее очень сильно простит. И еще один пример. Камерон Диаз, великолепно иллюстрирующий, что у каждой женщины есть свой природный цветотип, что кому-то идет блонд, кому-то каштановый, кому-то русый. А Камерон с каштановым выглядит старше, тяжелее, чем с мягким блондом. И все эти примеры лишь доказывают нам, что цветотипы существуют, и именно они влияют на выбор цвета в окрашивании волос, в макияже и даже в одежде. Меня зовут Ксения Нова, я стилист-имиджмейкер. Подписывайся, ставь лайк и сразу продолжим. Итак, что же такое цветотип? Это природные признаки вашей внешности, куда входят волосы, глаза и подтон кожи, характеризующиеся физическими характеристиками, такими как глубина, насыщенность, температура и контрастность. Знать свой цветотип очень важно любой женщине, ведь он подсказывает, что вам выбирать в окрашивании волос, в палитре вашего макияжа, например, помады, тональные средства, в цветах одежды и даже в выборе цвета интерьера, выбор фотостудии для фото, видеоконтента, где ваша внешность будет смотреться наиболее выигрышно и интересно. Таким образом, зная свой цветотип внешности и используя подходящие цвета и оттенки, вы будете выглядеть красивее, гармоничнее, привлекательнее, и эти возможности будете использовать на свой лад. Либо в личной жизни у вас будет успех, покорите всех мужчин, либо в своей работе и карьере, потому что будете располагать клиентов и увеличивать интерес со стороны аудитории в своем инстаграме. Ведь более красивая и гармоничная внешность всегда располагает, а то, что не является гармоничным, наоборот, вызывает отражение. Всем это известная истина. Давайте разберем цветотип Ольги Бузовой. Она темная, яркая и холодная, с высоким контрастом. В левом образе у нее блонд от корней, который ее внешность делает негармоничной, некрасивой, как и светлая одежда, без нужного контраста, яркости и глубины. Впечатление от левого образа – девочка-селяночка, а не дива шоу-бизнеса, роскошная женщина и яркая красотка, как в ее образе и в темном оттенке справа. Девчонки, напишите внизу в комментариях, какой образ Ольги Бузовой вам нравится больше всего. И также еще напишите, замечали ли вы, что в одних цветах ваша внешность смотрится интереснее, свежее, красивее, а в других вы словно после болезни. Мне очень интересно узнать и проверим, миф это или нет, существует ли цветотип или нет. Поэтому напишите внизу в комментариях, что вы думаете об этом. Все женщины ищут себя, свой оттенок для окрашивания, свою помаду. В самом процессе поиска и трансформации нет ничего плохого. Плохо лишь то, что многие так и не находят себя, свой стиль, свою цветовую палитру, проживая свою жизнь не так красиво и эстетично, как это могло бы быть. Нельзя сказать, что не по цветотипу женщина автоматически становится уродиной. Нет, конечно же нет. Но это просто выбор каждой женщины быть лучшей версией себя или быть серой мышкой. И знать и использовать свой цветотип тип. Это выбор стать лучшей версией себя текущей, а не знать и не использовать, ну, значит быть посредственной, быть простушкой, быть некрасивой, выглядеть, возможно, даже старше и просто хуже. Зачем это, да? Посмотрите еще на один пример Ольги Бузовой, которая в подходящем по цветотипу оттенке для окрашивания волос выглядит эффектно, роскошно, дорого, молодо и, очевидно, красиво. Это и есть одеваться, краситься, окрашивать волосы по цветотипу, то есть просто выглядеть красивее. А какое выбираете быть вы? К сожалению, большинство людей не различают цвета и оттенки, так как у них не развито цветовое зрение, как у стилистов, художников и колористов. И именно по этой причине вы, скорее всего, не сможете определить свой цветотип. Даже если вы будете примерять множество одежды в примерочных, прикладывать ткани у лица, стоять у окна и рассматривать свое лицо, свои там вены, свои корни волос, свои глаза и так далее. Все это бесполезно. Говорю со своей практики, потому что очень много девушек и женщин, которые заказывали у меня определение своего цветотипа, типа, изначально делали очень неверные вердикты даже относительно собственной внешности. Они даже толком не понимают, какой у них цвет глаз и цвет волос, хотя они их видят каждый день на протяжении всех своих 30-40 лет своей жизни.
Кто-то даже красит волосы с юности и уже не сможет вспомнить свой родной цвет, но даже в таком случае можно определить свой цветотип, если это делает профессионал. Поэтому доверьтесь профессионалу и закажите у меня определение вашего цветотипа внешности. Это делается дистанционно по фотографиям. И заказать эту услугу вы сможете на моем сайте. Ссылку на сайт оставлю внизу в описании. Нужно будет создать фотографии по моей инструкции. Далее я провожу процесс типирования на своем авторском инструменте Colorbook. Также я анализирую ваши фотографии из жизни, и затем я высылаю вам электронную книгу стиля с рекомендациями по вашему цветотипу, а именно ваши наилучшие оттенки для окрашивания волос, для выбора палитры макияжа от помады до теней, ваши наилучшие цвета и оттенки в одежде, в аксессуарах и так далее. Закажите определение вашего цветотипа и станьте лучшей версией себя. Сделайте окрашивание, которое вас омолодит и освежит, и научитесь выбирать цвета в одежде, которые раскроют всю вашу красоту на максимум. Ссылка для заказа услуги внизу в описании. Красотки, напишите в комментариях, кто хотел бы узнать свой цветотип, с какими трудностями при определении его вы сталкиваетесь и какие темы для будущих роликов вам интересны. Также буду благодарна вам, если напишите в комментариях, почему еще пока не заказывали услугу типирования, почему остерегаетесь, боитесь узнать свой цветотип, какие у вас есть возражения и страхи. Ну а если вы уже знаете свой цветотип, буду вам благодарна, если поделитесь своей историей, как знание вашего цветотипа помогает вам в вашей жизни, как это облегчило вам выбор одежды, выбор оттенков для окрашивания волос, выбор цвета своей одежды. Ну и, возможно, это вообще изменило всю вашу жизнь. Поделитесь в комментариях, буду вам признательна. Ставьте лайк, подписывайтесь, это помогает мне создавать новые полезные видео для вас. И до новых встреч, с вами была Ксения Нова, всем пока!